12 апреля весь мир празднует день, когда человек впервые совершил полет в космос. В России, откуда родом первый космонавт Земли Юрий Гагарин, этот день называют Днем космонавтики. Планета отмечает его как День космического зонда. Названия разные, суть одна. Сегодня жители нашей планеты вспоминают тех, кто открыл для нас путь в космический простор. Мы решили спросить у тверичан, что они думают о нынешнем положении отечественной космонавтики, а также вспомнить о внеземных достижениях уроженцев Тверской области. Об этом наш следующий репортаж. С этой легендарной фразы и началась история освоения космоса. Но если подвигом советских первооткрывателей восхищаются и гордятся в каждой семье и поныне, то о развитии современной отечественной космонавтики отзываются неоднозначно. Жители Твери поделились с нами своим мнением о развитии современной астронавтики. Россия лидер, в принципе, в мире, в космонавтике. Если бы не наши МКС, не американцы бы там тоже не были. Кто им ступени делает? Россия? Наша космонавтика как была на первом месте, так она и остается. То, что сейчас идут какие-то совместные полеты, это еще не значит, что мы отстаем. Ну, другие страны начинают обходить, конечно, это. Но ведь, ну что делать? Не хватает денег. Мы постоянно работаем над этим вопросом. Постоянно у нас летают космонавты, постоянно у нас там исследования проходят. Я думаю, что мы лидеры. Мое такое мнение. Как показал опрос респондентов, большинство по-прежнему остается высокого мнения о российской космонавтике, отдавая должное мужеству наших астронавтов и блестящим техническим разработкам ученых, в создании которых особенно отличилась и Тверская область. Ведь в то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, на базе нашего университета выращивают уникальные кристаллы парателлурита, которые используются в современных областях приборостроения, астрофизики, а также в оборонном комплексе страны. Кроме того, Тверская область стала пилотным регионом, где российские космические системы применяют новейшие технологии космического мониторинга для наблюдения за лесами, а также для выявления несанкционированных свалок, не поставленных на кадастровый учет недвижимости, фактов незаконной разработки карьеров, использования земель сельхозназначения для прогнозирования паводков. Не стоит забывать и о тех, кто отдал свою жизнь развитию отечественной космонавтики. Так, в звездной команде конструктора Королева работал уроженец города Удомля Олег Макаров. 27-29 сентября 1973 года он вместе с космонавтом Василием Лазаревым в качестве борт-инженера корабля «Союз-12» совершил свой первый из трех полетов. Именно благодаря энтузиазму и смелости ученых и космонавтов Россия по-прежнему занимает ведущие роли в развитии космоса, а значит 12 апреля останется для всей страны одним из знаменательнейших праздников еще на долгие годы.